medalje za osvajanje civilnih zimljenika, veteranku dara i znak za rabotu i zavadu. I когда ты снижался не на тяжелую работу, ты не знал. Даже на пенсии не начал работать, а ты не слышишь, как лишние дожди не слышишь. Да я понял. Всегда доброжелательно относился к людям и интересовался всеми событиями. Все свободное от работы время проводил с семьей.